Ну что, дорогие друзья, сказать насчет этого сюжета. Вы не видели самое главное, то, что люди снимают и шокированы о том, что их это только зацепляет. Негатива от тех людей, которые правду показывают, просто-напросто делает из них клоунов. Меня зовут Тайна НЛО, дорогие зрители, и сегодня я вам покажу, как происходит у нас катастрофа. Да, может это фейк, может это не фейк, но решать будете вы. Мое дело вам показать и рассказать, откуда эти сюжеты, кем были сделаны и самое главное, как они их описывали. Внимательно слушайте, дорогие друзья, и оценивайте по максимуму. Ну что, первый сюжет, как раз вы видели в необычном формате, это было сделано в Беларуси. Недалеко от одной фермы было заснято, как один фермер подошел к неопознанному летающему объекту яркого цвета. Что происходило, утверждает очевидец второй, который смотрел на него, говорит, яркий свет и просто-напросто лежал этот мужчина. Что случилось, никто не знает. Вызвали скорую, увезли, и дальнейшей судьбы никто не знал. Даже этот очевидец, который прислал на следующий день, его не допускали к этому, можно сказать, напарнику. Что могло произойти, вы можете увидеть прямо сейчас. Яркая вспышка, и парень просто падает. Смотрите, дорогие зрители, что произошло. Это было сделано также, дорогие друзья, в Беларуси. Вот что на самом деле было. Посмотрите внимательно на этот объект. Но это, конечно, в том же, можно сказать, стране, но в другом месте. Посмотрите, он черного цвета и меняет сразу какую-то структуру. Структуру именно в положении, как будто пытается разговаривать с человеком. Или он контактировать хотел, или еще что-то. Потом яркая вспышка и опять. Что на самом деле могло произойти? То же самое вопрос. Что там происходило? И что здесь происходило? Посмотрите, кто-то думает, что это фейк, а кто-то считает, что это и правда настоящее. Ну а вы как думаете, дорогие друзья? Но вас ждет еще интереснее. В конце будет вообще...
что вы видите на экране? Ну, скажете, ну, линию какую-то, солнце, наверное. Вот именно, дорогие друзья. Это солнце. Оттуда идет какое-то необычное явление. Вот эта линия. Вы спросите, не может быть такого. Такого вообще не может быть. Все может быть, дорогие зрители. И это как раз реально. То, что вы привыкли видеть в обычном явлении, но такого, конечно, еще вы, наверное, в мире не видели. Солнце выпустило луч, вы спросите. Я не знаю, что это такое. Я вообще не знаю. А вообще это солнце. Но, исходя всего, если вы присмотритесь, что тени, которые вон справа от деревьев падают, значит, это солнце. Но теперь посмотрите другой формат, чтобы вам было наглядно видно, что это такое. Оценивайте, дорогие друзья, по возможностям. Посмотрите внимательно. Вы шокированы? Это серьезно, реально так. Это никакой не монтаж. Человек стоит и снимает. Если вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь, дорогие друзья. И я буду выкладывать еще интереснее.